К годовщине вывода советских войск из Афганистана ветераны тех боевых действий встретились с курсантами Острогожского филиала Горожанского кадетского корпуса, которые подготовили для почетных гостей свою творческую программу. Жизнь такая наша, без возврата. Прожили когда-то мирных дней, умирать нам вроде рановато, а приказ не выполнить страшнее. Петр Васильевич Гусев, попавший в Афганистан в 1981 году и служивший в радиоразведке, вспомнил несколько случаев подлинного героизма советских солдат, свидетелем которых он был. Якушевич, старший лейтенант, отстреливаясь, получил ранение. Водитель машины, Коля Рахманов, парнишка, не испугался ничего и, рискуя жизнью, вытащил офицера. Из-под огня. Юрий Васильевич Медведев, помимо прочего, поделился болью от безвозвратной потери своих боевых товарищей. За два года я потерял двух своих солдат. Первый, Лосюк Александр Александрович, погиб 5 апреля на перевале Караунгах, водитель зенитки, пуля снайпера в голову при обстреле колонны. И в тот день сгорело 11 машин, сгорело 130 тонн керосина, 9 раненых, 1 убитый. И второй, сержант Илюхин Сергей Владимирович, погиб 24 мая 1985 года. То же самое, зенитчик. Зенитка наехала на противотанковую мину. Кабину, как то, газосварка отрезал от рамы, улетела. Водителя контузило, но он выбросило из кабины его. Остался живой. А Сергей Илюхин погиб на месте. Завершилась встреча еще одним выступлением кадетов под знаменитую песню на стихи Расула Гамзатова в исполнении Марка Бернеса. Мне кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие пари не в землю нашу